macov.net. Максимальные скидки подписчикам appleinsider.ru. Привет, друзья! Добро пожаловать на appleinsider.ru. Мы знаем, что в последние недели наша российская национальная валюта стремительно падала относительно доллара и евро. Разумеется, это не могло не сказаться и на стоимости импортируемых товаров. Официальный онлайн-стор компании Apple наконец-то открылся, и давайте с грустью в глазах подытожим, сколько стали стоить товары и услуги компании Apple в наше непростое время. Поехали! Для начала с помощью машин времени мы вернемся на полтора месяца назад. И мы видим, что на момент официального старта продаж в России iPhone 6 стоил по 31 990 рублей. Что касается iPhone 6 Plus, то его цена составляла 36 990 рублей, что уже немало. А теперь давайте вернемся в день сегодняшний. И мы видим, что iPhone 6 стоит 53 990 рублей. Что касается iPhone 6 Plus, то он вовсе продается по цене 61 990 рублей. Если же мы попробуем выбрать самую топовую модель iPhone 6 Plus, то цена, которую вы сейчас видите на экране, не может не огорчать. Повышения также коснулись и компьютеров Mac. Давайте посмотрим, сколько стоит базовая версия iMac Retina. Напомню, что на момент старта этот компьютер стоил 124 990 рублей. Сейчас же мы видим его нынешнюю цену. Если же мы попробуем набрать максимальную конфигурацию, то мы видим, что цена этого компьютера сопоставима с ценой нового автомобиля. К сожалению, повышение цен коснулось и цифрового контента. В то время как цены на музыку и фильмы пока остались неизменными, приложения уже подорожали, и теперь приложения, которые раньше стоили 33 рубля, продаются по цене 62 рубля. Кроме того, в ценах на приложения в App Store появились и копейки, что сделало магазин приложения от Apple очень похожим на Google Play. Но это еще не все. Подорожала и подписка на некоторые сервисы компании Apple. Например, вдвое подорожала подписка на сервис iTunes Match. Теперь за него компания Apple просит чуть более 1500 рублей в год. Кроме того, в сторону повышения также изменилась цена на подписку на сервис iCloud. Раньше за 20 гигабайт Apple просила 39 рублей в месяц. Теперь же эта цена составляет 73 рубля 27 копеек в месяц. Как мы видим, в общем цены на товары и услуги от компании Apple выросли примерно вдвое. И в такой ситуации нам остается только надеяться на улучшение рыночной конъюнктуры и укрепление рубля. Пишите в комментариях к этому видео о том, собираетесь ли вы покупать продукцию Apple по таким ценам. Оставайтесь на appleinsider.ru, подписывайтесь на наш канал, а если хотите, подписывайтесь на канал androidinsider.ru. Там тоже есть много чего интересного. Спасибо за просмотр, до новых встреч!